Приветствую вас, аноним. А вы, решив вернуть мужчину, вы собираетесь что-то в себе исправлять, собираетесь ли вы что-то в себе корректировать, собираетесь ли вы разбирать причины, почему вы себя грубо вели и прочее, или вы хотите просто мужчину вернуть и все без проработки тех причин, по которым вы расстались или по которым мужчина решил уйти, ситуация не изменится, а скорее всего повторится вновь, поэтому учтите, пожалуйста, этот момент. Что касается вопроса, то не столь важно, будет он вас видеть или нет, или вы его не будете видеть вообще, или он вас будет видеть, но вы будете его игнорировать, это на самом деле не столь важно, а сколь важно тот контекст, сколь важен тот контекст, в котором вы будете встречаться. То есть, если это будет встреча с определенным контекстом, да, то есть, типа, например, случайно, но действительно случайно, не подстроено, а действительно случайно, то да, можно разговаривать в зависимости от ситуации. Вообще лучше, наверное, какое-то общение все-таки поддерживать с мужчиной, потому что все-таки, ну, это не совсем как бы чужой человек вам, вот, и, на мой взгляд, лучше будет, если вы какое-то общение будете поддерживать, на мой взгляд, и будет лучше, если вы все-таки вот, ну, если вы будете поддерживать взаимодействие с мужчиной, потому что это, во-первых, даст ему понять, что вы можете общаться с ним не только как с мужчиной, но и как с человеком, как с личностью. Вот, это существенно укрепит ваши отношения. А с другой стороны, это его расслабит, он не будет от вас ждать каких-то вот таких особенных паттернов поведения, которые могли бы привести к тому, что он от вас опять отдалится и все такое. Вот, поэтому я думаю, что в этом направлении вам желательно поисследовать ситуацию, вот, и разобраться сперва в себе, в своей ответственности, которую вы несете за конфликт, и дальше рассмотреть возможность общаться с мужчиной не только как с мужчиной, вот. Такая вот история, надеюсь, что это было вам полезно, если понравился ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.